Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского. Месец септември, 25-й день. Той же день житие преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, нового чудотворца. Преподобный богоносный отец наш Сергий родился в граде Ростове от благоверных родителей Кирилла и Марии. Избраже его Бог в свое служение еще от утробы матерни, ибо вшече некогда матери его по обычаю своему в церковь на святую литургию, и муще и живочреве се го заченше се младенца, внегда хотяхо начати чести святое Евангелие, возгласи младенеца и в очреве, яко всем близ матери стоящим слышати. Так уж де во время херовимския песни вторицио возва. Егда свещенник возгласи «Святая святым», третицио глас младенца от отробой матери не слышеше си. От сего разумно бъйст всем, яко великий светилник миру и служител святые Троица и явите се хощет. Яко же бо святый Йоанн предтеча взаигра си радощем и в очреве пред Материо Господнею, так усей взаигра се пред Господем во святые Его Церкви. Обята же бъйст страхом и ужасом матери го чудеси том, и все слышащи и дивляху се зело. Посих же изпълнише се дни рождению и роди сина, и наречено бе имя ему Вартоломей. И отнели же родися, не саше в среду и петок от сусцев, ни наго кой го млека в кошаше. Сие же бъй сначало велика го его въздържание и пощение, еже после жде в съвършенном възрасте показа. Бъйвши же ему 7 лет, в дан бъйст в научение книг, но не скоро учаше се, яко памети от туп бе. И со многим прилежанием учаше го учитель, обаче мало что успеваше. Сие же бе по смотрению Божию, яко да от Духа Света го, а не от человек подаст се от руко разум книжни. Во един обо от ней, ходящи един в некои добраве, любяше бо от юности безмолвие, и многощи един в безмолвних прохождаше се местех, обрете некои го инока, или паче ангела в образи иночестем от Бога послана, в добраве стояща и молитво творяща. Он же приближи все стабли се го и ожидаше конца молитвой, та же сотвори ему поклонение. Инок же въпроси, «Що требуеше чадо?» Отвеща отрок глаголя, «В дание съм от, че учите се книгам, и не могу ничто же разумети у них же сказует ми учитель мой, че со ради зело скорблю, и не вем, что творите. Но молю честную твою святейню, помоли Бога о мне, яко да вразумит ме святейми твоими молитвами». Инок же сотворив молитву благослови го рек, «Се от нейни чадо, дарует ти Бог разумети я же требуеши, яко да възможеши и не их ползувати». От того време неблаженния отрок, яко же земля напивши се довольно дождя, бывает плодоносна, тако он приемши благословение от святаго того инока, паче же реко от ангела, бъйст удобен ко изучению всякия книжния премудрости без труда. Бог бо отверзе ему ум разумети писания. И растяше отрок лета и вкупи и разумом и добродетелми, любяше бо пост и въздържание, детских обычных игралищ бегаше, чтению же божественных книг преседящи учаше се тоя премудрости, ей же начало страх Господень. И так от силы и в силу грядущи, възрасташе в мужа съвършенна. Посем родители его преселише се от прежде речена го града Ростова на место нарицаемо е Радонеж, неяко то место славно или нарочето бе, неяко Бог тако благоизволи, да на том месте прославит угодника своего, онем же нам слово. Преселише се обо тамо родители блаженна го, не по мнозем времени преселише се и от житя си го на места светла и прохладна, оставивше все имение свой наследнику своему Вартоломею. Он же представление родителей своих видев, помишляше в себе глаголя. И аз за смертене съм, и всяко умрете имам, яко и родители мои. Тако благоразумният отрок разсуди в кратко е сие житие, раздаде оставшее се по родителях имение, не оставляя себе на нужное препитание ничтоже, уповабо на Бога, да юща го пишто алчущим. Таже отиде в пустиню и сотвор хижино, прибойваше в ней, подвизая се и моля се к Богу непрестанно. По некоем же времени приде к нему неки освещенни инок именем Митрофан. От того блажени Вартоломей войнически чин постриже ся, и мъй от рождение своего 23 лета, и наречено бъйст име ему Сергий. Прибъйст, че той свещено инок с Сергием мало дней, и посем рече ему,
аз чадо отхожду в путь свой, тебе же предаю в руце Божии. И прорече глаголя, разпространит Бог на месте сем обител велико и преславно. Сотворивше молитва отиде, а святей Сергий на месте том остася и труждаше се умерщвляя плоть свою бдением, постом и многоразличними труды. Во време зимне и разседающей се земли от мраза, он во единой одежде терпяше аки безплотен являяся. Не терпяще же беси таковых его подвигов, чтаху се отгнати его от того места, преобразующе се убо овогда в звери, овогда в змии, страшаху света го устремляющи се на него свирепо. Он же молитвою яко оружием прогоняше ония, и страхование их аки паучино великодушием раздираше. Единою в нощи яве полк бесовски нападе на него, яко же некое воинство, и с яростью велию вопияху. И заиди от места сего, и заиди да не зле умреши. И сия им глаголющим пламен вели изхождаше от устих. Он же молитвою себе вооружив, аби прогна бесовское полчище, и без боязни прибъйст поя и слави Бога. Сим так обойвающим слава онем нача проходити всюду, изтекаху се к нему мнози от окресних градов и стран пользи ради, и ние же хотяще с ним жити, и наставляти се от него на путь спасения. Он же любезно приемлеше приходящие к нему, и созда первое мало церкови, я же повелением тогда бывшего архиерея Теогноста освети се во имя Пресвятые Троицы. Та же и монастир честен воздвиже, и же есть и до нейне благодатью Христовою. Умолен же бъв от братии, прия свещенство рукоположением Атанасия епископа и пасяше добре вверено и себесловесно стадо, наставляя е на пажите духовния, волков же мислених молитвою прогоняя. Времени же мало минувшо, пак и восташе дяволи нетрепящи прогоними бъйти от света го, и преобразивши се во змии, внедоша в келию его, и бе келия змие в полна. Святей же скоро обрати се на молитву и абие беси с мечтанми свои мияки да им изчезоша. От того времени даде си ему от Бога власт на духи нечистия, яко ниже приближите се к нему дързаху. Проходящо же слуху о нем всюду, и многим от окресних стран собирающим ся, прииде некий архимандрит от Смоленска именем Симон. Той много и имение принес даде в руце света го, да большую церков созиждат, сам же себе вдаде в повиновение святому. И помогающо Богу, преподобни Сергий вскоре тем имением большую церков воздвиже, и монастир разпространи и живяше ангелски, яко же на небеси с ликом братий своих, днем и нощью славословия Бога. Случи се же некогда в монастире го бъйте оскудени обрашна, и бяха братия в скорби велици, прибъвши без пищи 3 дни. Остав же бе преподобна го такова, да не изходят иноца из монастиря, въже просити умирян хлеба, но възлагати надежда на Бога, питаещо го всякое дихание, и от того с верою просити потребния. Еще же тогда не убе общее житие в монастире преподобна го. Братя же гладом отесняеми, начаше роптати на света го глаголюще, доколе възбраняеше нам идти в мир и просити я же на потребу, но еще претерпим сию нощ за утре же и заидем от места сего да не умрем от глада. Святей же отешаше их, сказуя им отец святих жития, како многие скорби, глад и жажду и наготу Господа ради претерпеша, и глаголаше им словеса Христова. Возрите на птица и небесния, и ако ни сеют, ни жнут, ни в житница и собирают, и Отец Небесний питает их. А ще же птица и питает, нас ли не может препитати? Се на и нетерпение време, мы же нетерпеливия вихом се нехотящи понести в мали времени приключи го се нам изкушения, е же аще с благодарением прияли бъй, в великую пользу вменило се бъй нам. Без изкушения, бо злато не совершает ся. И прорече глаголя. Нейне на мало време прилучи се нам оскудение, за утре же всех благ изобилие будет. Избъйст се проречение света го. В утре буден принесено бъйст в монастир множество хлебов новопечених, и рейп многих, и иных различних новоуготованих, брашен от некоего незнаемо человека. Глагола хубо принесший. Он сей христолюбец преславве Сергию и живущим с ним братьям. Моляху же братья принесших да вкусят с ними пищи, они же не възхотеше поведающи, ако повелено и мест скоро възвратите ся, и поспеше се и зайдоше из обители. Братия же множество брашна принесен на го видящи разумеша,
ако посещение Божие есть, и сотвориш учреждение благодарящи Бога. Бъйс, че брашнат го доволно на многи дни братия ми глагола к ним преподобни. Видите, братия, и чудите се, каково подавает Бог воздаяние и търпение, не забудят бо убогих своих до конца, и не имат никогда же презрети места сего святаго, и живущих в нем рабов своих, и служащих ему ден и нощ. Воспоминути же подобаете сие, яко преподобни отец Сергий в начале пришествия своего в пустыню всели се на месте безводным, сие же на приложение труда да отдалече приносящи воду множе и трудит свое тело. И даже Богу изволившу братья умножише си и монастир состави ся, бъйст нужда велия вода и ради, яко отдалече со многим трудом приношаше ся. И тоя ради вины ропташе неци на света го глаголюще. С кою не разсуждая сели си на месте сем, с кою сде обител устроили си, воде близни сущи. Святей же отвещаваше, аз, братие, един на месте сем безмолвствува тих утех, а понеже благоизволи Бог, толико и обители воздвигнути ся, то силе нести воду неоскудно подати, то чую не пренемогайте, но молите се с верою. А ще болюдем непокориво им източи воду от камени в пустейни, коль ми паче вас работещих ему не презрит. Единою же поем некой го с собою, брата Отай, сниде в дебр, я же под монастирем. Не беже в дебри той вода и текущия никогда же, яко же древни человеци яви извествуваху. Святей же обред во един умръве мало вода и от наводнение дождевна го, преклони колена и помоли се прилежно к Богу. И внезапо източник вели я вися, и же и до ней не все ми видиместь, и черплют от него на всяко потребу монастирскую. Много е же изцеление водою той обивают почерпающим с верою. Творяше же преподобни отец наш Сергий и иная чудеса различная, толико бо от Бога прия чудодействие силу, яко и мертво го воскресити. Неки човек верен от предел обителя его, имея единородного сына, болезни одержима, не се его к преподобному изцеление ради. Отрук же от болезни изнемок умре, и ридаше по нем отец его неотешно. Преподобни же Сергий виде в ридание човека она го милосердувал нем, и сотвор молитву възкреси отрука и даде его живо отцу его, и възврати се човек радостен с живим и здравим сином в дом свой. Прихождах уже к нему и от духовни чистих одержими, и ще недоходящи мим к святому, прогоними байваху от них нечисти и дуси. И прокажени очищаху ся, и слепи и прозираху, и просто рещи, си и же различни ми недуги одержими, и с верою же ко святому приходящи, не то че от здравие телесе, но и пользу души приемаху, и с сугубим изцелением в дома и своя възвръщаху ся. Че са ради от всех почитаемые и славимые бе Сергий преподобни, и мнози видите честное лице его и наследите се сладкие беседы его возжелавши от различних градов и стран стекаху се к нему. И множество инок оставальше монастыри свои к нему прихождаху, любящи сожительствовать ему и наставляти се от него. Князи же и боляри и простые люди с учтанием притекаху к блаженному тому отцу. Сибо его имеяху велице и чести, яко един го от древних отец или яко един го от пророк. Поселенин некий земладелец от далечайшие страны, слышав много и о святом Сергии, восхоте видите его. И пришед в обитель преподобного вопрошаше о нем. Где есть? Случи се же тогда преподобному вертограде копати землю, и поведено бъйсто сеем человеку тому. Шед же поселенин вертоград, виде святаго в худе одежде раздранни и многошвенни, землю копающа, и мняше яко поругаше се ему поведавши. Надеяше се бо в велице и славе видите святаго, и возвраща се в монастир, пак и вопрошаше глаголя, где есть святый Сергий? Покажите ми, яко отдалече придох видите его. Униже глаголаху, воистину той есть его же видели си. Посем изшечу святому из вертограда, видя его поселенин и возгнушав се им отврати лице свое от него и нехоте ни возрети на блаженного, понушаше же в себе глаголя. О, колик труд подях в суе! Аз придох видеть великого пророка, о нем же слышах и надеях се узрети его в велице и славе и чести, и сена и не вижду единого нищо и нечестного старца. Святий же разумев помышление его, зело благодари его, яко же богорди о похвалении и почитании, так усмирено мудри о безчестие и уничижении своим радуется.
и поемши поселенината го к себе, постави му трапезо и любезно учреди го. Посем рече му, не скорби човече, ибо и го же видите желаеш и вскоре узреши. И ще же светому глаголищу се вестник прииде възвещая пришествие князя някой го велика в монастир, и в устав света й, и заиде в сретения князю, и же со множеством слуг своих грядяше. Узрев же княз света го почтав се притече к нему, и предварив своим поклонением до земли, просяше благословение от преподобного. Он же благословив его, введе его в обител с подобаещи участию. И седше оба в купе, старец и княз, беседуваше, прочие же вси предстояху. А поселенин он и далече негде от предстоящих слуг отреновен бъист, и его же гнушаше се старцът уго отдалече приникнувши, узрети желаше и не можаше. Въпроси же некой го от предстоящих тайно глаголя. Кто ест господин и старец он и седя и с князем? Сказа ему той, яко святей Сергий есть. Начаже поселенин понушать и укорять и себе глаголющи. Скую слепох и не верувах показующим ми отца святаго, и не воздах достойни ему чести. Вправду име наше поселенин и невежда, како явлюся лицо святаго студом удержимый. Очечу же князю от обители, поселенин притече к преподобному и стыдя се на лице го возрети, припаде к ногами го прощение прося, яко от неразумие согреши. Святей же любезно утеши его глаголя. Не скорби, чадо, понеже те един истинствувала си умне глаголи бъйте ми ничтоже суща. Прочи же все соблазнише се мнящи ме бъйте велика. Отсюда яве показует се колика го смирение бе преподобни отец Сергий, яко гнушающа го си им земледелца множи и възлюби, паче творим я ему от князя чести. Некогда блажени по обичаю своему вечер глубок направили стоящи и у ученицех своих прилежно к Богу молящи се, слыша глас глаголющ. Сергие. Он же удивли се о необычном в нощи звании, сотвори молитву и отверзи о конце келии, хотя увидите, кто ест зова его. И се узре свет вели от небеси сияющ, и ако просветите се нощи, той паче светла го дне. Прийде же к нему вторици о глас глаголя. Сергие, молише се очадех твоих, и прието ест моление твое. Смотри же и виж число иноков, во име святей Троица и собиращих се в твою паство. Святей же возрев, видя множество много и птиц прекрасних, не точи в монастире, но и окрест монастиря седящих и поющих песни ангельски с несказанною сладостью. И пак и слышаше се глас глаголющ. Им же образом зриши птица и сия, тако умножит се стадо ученик твоих и по тебе не оскудеет, и тако чудно и различно украшени будут по добродетелям их, последовати хотящи стопам твоим. Святей же зря, удивляше се чудномуто му видению, хотящи же общника и свидетеля видението го имети, возгласив призва преждереченного Симона яко близ бъвша. Симон же удивли се необычному старцево позванию, скоро притече к нему, но не сподоби се в сего видение видеть и точи час някой небесна го на го света озре. Изповеда же ему святей вся я же видя и я же слыша, и радувах уся оба в купе, прославляющи Бога. Посих во един от дней приидоше греки от Константиня града, прислани ко святому от святейшего патриарха Филотея, и вдаше ему от патриарха благословение и дари, крест и параман, и схиму и писание, ему ще е написано в себе сице. Милости у Божия и архиепископ Константиня града, вселенски патриарх Кир Филотей, о святом дусе сейно и сослужебнику нашего смирения Сергию, благодать и мир, и наше благословение да будет с вами. Слышах умеже по Бози житие ваше добродетельно зело, и похвалих ум и прославих ум Бога. Обаче един главизна еще недостаточествует, яко на общее житие стежасти. Но понеже веси преподобни, яко и сам и Боготец пророк Давид, и же вся осязава и разумом, ничто же ино возможет тако похвалите точию, се не ничто добро или что красно, но еже жити братья и вкупе. Потому же има и совет благ да им вам, яко да составите общее житие, и милост Божия и наше благословение да будет с вами. Сие патриаршие послание преподобни прием, пойде к преосвещенному всея Руси и митрополиту блаженному Алексию и показав ему послание попрошаше его глаголя.
Тъй, святи владико, како повелеваеше. Митрополичи отвеща старцу рек. Понеже преподобни, толика блага сподобил се е си, прославляющо Богу славещих Его, яко и в далекия страна и достиже слух имене и жития Твоего, и тако велики вселенски патриарх советует ти на пользу, той мъй, тожде советуем и похваляем. От того обовремени преподобни Сергий остави общее житие во свои обители. Повелев твердо блюсти общежительния оставай, ничтоже себе ради кому сте живати, не своим что звати, но вся обща имети по заповеди Отец Святых. По оставление же общого жития во сходе бежати славы человеческия и в незнаемем всельче се месте безмолвно наедине работите Богу. Обрет обо време удобно и зайде тайно из обители своя никому живедущо и устреми се в пустыню. Шедже, ако 40 поприщ обрете благоугодно е себе место близ реки Зовому и Киржач, и там му всели все живяше. Братя же, видевши себе от отца оставленных, бъйше велици скорби и смущени, яко овци и без пастиря, и прилежно го искаху всюду. Времени же некой му минувшу, уведен бъйст от братя и пришедше моляху света го со слезами да възвратит се в обитель, но он не хотяше любе безмолвие и уединение. Того ради мнози от ученики го оставивше лавру, с ним в пустыни той водвориша се. И по времени монастири церков во име Пресвятая Богородица и воздвигоша. Но братия великие лавры и без отца своего жити не терпящие, и умолитие го да возвратит се к ним не могуще, и доша к преосвещенному митрополиту Алексию, просящи да он послед к преподобному, повелевающи на первое место ему возвратите се. Блажение же Алексий посла два неки архимандрита моля да послушает и утешит братю свою возвращением своим к ним, да никогда служивши без него разъйдут ся, и место святое опустеет. Преподобни же Сергий не моги и прислушати архиерея, возврати се в лавру на первое свое пребывание и утешише се братия зело. Епископ Пермский и святей Стефан Велю к преподобному любовь имеяй, некогда от епископии своя в град Москву идяше потем, и же отстоит от Сергиева монастиря яко пят поприще ливящи, скоро же спешащи ко граду, умысли тогда не бъйте в обители света го, но возвративши се во своя прийти к преподобному. Бывши же ему противо монастиря, воста с колесницей своя и прочет, достойно есть и обычную молитву сотворив, поклони се Сергию преподобному сицерек. Мир тебе, духовни брати! Случи се же тогда Сергию блаженному на трапезе ясти. Разумев же духом поклонение епископово, воста в той же час от трапези, и мало постояв и молитву сотворив, поклони се також де епископо далече от обители отстоящи му рек. Радуй се и тъй пастирю Христова стада, и мир Божий да пребивае с тобою. Братия же удивише се о необычном том деле и разумеше неци, яко видение видит преподобни. По скончани же трапези вопросише го обывшим, он же изповеда им глаголя. Той час епископ Стефан греда и потем ко граду Москве, ста противо монастиря нашего и поклони се Святей Троице, и нас грешних благослови. Последи же неци от ученики го известно уведаше истину бывшую вещь, и дивляху се о прозорливом даре, отцу их от Бога данным. Цветяше же обитель преподобна го зело добродетелни ми мужи, и мнози от них великих ради добродетели их взяти бъйше войны и монастири на игуменства, и ниже и на святителския престол и возведени. Си жети и в добродетелях успеше наставлением и руководством съвършенно учителя и изкусна заповеди и господних делателя Сергия преподобна го, и же бъйст образ стаду своему, равноангелно е проходя житие. Че сорадие ще во плоти живой, с безплотними сподобляше се общение имети, ибо служащо ему божествену и литургию, ангел Господен сослужаше ему, яко же свидетелствуваха о том ученице его Исааки и Молчалник и Макарии, достоверни и в добродетелях съвършенни мужи, и же известно видеше ангела Божия с преподобним Сергием в алтаре служаща, сияюща яко же солнце, и ужасаху се зряще неизречено и доброто его. По сих блажени Алексий митрополит, старостью изнемогаяй, видев себе к концу приближающе се, призва к себе Сергия преподобного, и взем крест свой архиерейски, его же на персих ношаше златом и каменем украшенный, даяше преподобному. Он же с усмирением поклонши се глагола.
Прости ми, владико, яко от юности не бъих златоносец, в старости же най-паче хущу в нищете пребивати. Архиерей же рече: Вен, възлюблени, яко си я изправили си, но сотвори послушание и приеми от нас подаваемо и тебе благословение. И так своими руками крест на света го, яко некое обручение възложи. Та же нача глагола ти. Веде и буди блаженне, че со ради призвах тя, и что хущу у тебе устроити. Се аз, Богу ми вручившу, содържах Русийскую митрополию, или ко он хотяше. Нейни живиш до себе к концу приближивши ся, токму не вем днес кончание моего, и желаю в животе моем обрести мужа, могуща по мне пасти стадо Христово. Не обретаю же такова го, кроме тебе единого. Вем же известно, яко и великодържавни князи, и все люди и мирсти и духовни, и даже до последнего возлюбят тя, и не наго кого точи от тебе на престол той требовать и будут, яко достойна суща. Нейни обопреподобни, приеми сан епископства, у моем же изходе престол мой восприемеши. Преподобни же сия глагола и слышав, оскорби се зело, недостойна ботолика го сана вмени себе бъйти, ко архиерей уже отвеща. Прости ми, владейко, ако выше моя я мери, още ще ми наложите бремя, но сему невъзможно бъйти никогда же. Кто бо е сам аз грешни и худейши и паче всех человек, да такова сана дерзну куснути ся. Блажени же Алексий много изрече словеса ко святому от божественних писаний, преклоняя его к воле своей. На смирение любитель не преклони се никак уже. Наконец отвеща глаголющи. Владико святей, а ще не хощеш отгнати худост мою от предел сих и от слышание твойго, то не приложи прочее глагола ти усем ко мне. Ниже иному кому попусти да стужаят ми такова ими словеса, понеже никто же възможет обрести в мне на то изволение. Архиерей же, видя в света го непреклонна, преста глаголът ему о том, боя се да никогда, служив си преподобни, отидят в далечайшие страны и пустини, и лишит се Москва такова го светилника. Одешив же его словеса и духовни ми отпусти с миром в монастир. Не по мнозем же времени и живосветих Алексий митрополит от жития отиде, и пак и блаженни Сергий принуждаем бе молением от великодържавних князей и от всех людей да възпримят престол митрополий Русийския. Святей же Аки тверди адамант непреклонен прибъст. Взейде же на престол архимандрит некий Михаил именем и дързно прежде посвещение облещи се во одежду светителскую и белия клубок възложите на ся. Начажие на света го Сергия въоружати се и на убители го. Мняше бояко Сергий пресецаете го дразновение себе и ща митрополии. Блажени же слышав хвалища се на него Михаила, рече ко учеником своим. Михаил, валяй се на обитель сию и на нашу худост, не имат получите желаема го, понеже гордост и упобежденест, и же царски град имат узрети. Избъй се пророчество света го. Плавущи бо Михаил в корабли к царю граду на посвещение, паде в недуг телесни и скунча ся, а на престол Киприан възведен бъйст. Та лета Божием за грехи нашия попущением бъйст нашествие нечестива го мамая царя татарска го на Русийскую землю, по часом великому князю Димитрию скорбящо, святей Сергий молитвою его въоружи и упобеде пророчество в глаголя. И заиди противо варвар всякое сумнение отвергши от себе, и Богу помогай, що ти враги победиши, и здрав во отечество свое возвратише ся. Велики же княз на помощ Божию и на молитви света го надея все пойде, и сотвори в бран с татари и победи их, яко едва с малою дружиною мамай убежа. Преподобни же прозорлив сей, видеше далече бойвающа, яко близ сущая, и стоя с братяю на молитве во обители своей, внегда брань бъйст между християни и татари и възвести, яко в то време великий княз Димитрий татар победи. И котори от християн храбри и войни на брани убиени бъйша, по имени сказа, и приношение у них Богу принесе. Овсем бо ему откровено бе от Бога. Княз же с торжеством от брани възвратив ся, в обитель к преподобному прииде. И много благодари света го, яко поможе ему своими к Богу прилежними молитвами. Стоящи иногда блаженни отец нощью на обычном своем правиле, пред икону и пречистие Богоматери, и часто на икону взирающи глаголаше. Пречистая мати Христа Мойго,
заступница и крепкая помощница роду человеческому, буди нам недостойным ходатайца, пресно молящийся Сыну Своему и Богу нашему, еко да презрит на место сие святое, еже возложено есть в похвалу и честь святому имени Его вовеки. Тебе, Мати сладкого ми Христа, молитвеницу к Нему, яко много и дерзновение стяжавшую, предлагаем раби Твои. Ты бойся всем спасенное упование и пристанище. Так умоляше сие благодарный канон, еже естакатист, пречисти и певши, седе мало почити. Ко ученикуше своему и муже име Михея рече: Чадо, трезви се и бодрствуй, понеже посещение чудно и ужасно все час хощет нам бити. Сие му глаголищу внезапо бъйст глас глаголей. Се пречистая гредет. Святей же слыша вскоро и заиде из кели в сени, и се свет вели и паче солнце сияющо сия святаго, и абия озре пречистую с двема апостолами Петром и Йоанном в неизреченной светлости блистающую ся. И ако видя святей паденец, не моги и търпети зарито я нестерпимия, пречистая же своими руками прикусну се святому глаголя. Не ужасай се, избраниче мой, се придох посетите тя. Услыша на бобъйст молитва твоя у ученицех твоих, у них же молише ся, и у обители твои да не скорбиши прочие. Ибо отныне всеми изобилувати будет не токмо донде же в животе семе си, но и по твое меже ко Господу отхождение. Неотступна буду от обители твоя я, потребна я подающи неоскудно, и сохраняющи и покривающе. Сия рекше невидима бъйст. Святи же аки во изступление ума, страхом и трепетом вели и модържим бе, и помали в себе прише добрете ученика своего лежащо от страха, аки мертва и воздвижа го. Он же нача пометати себе на нозе старцу глаголя: «Извести ми, отче, Господа, ради что бъйст чудно е сие видение, понеже дух мой в мале не разлучи се от плотска го моего союза, ради блистающо го се видение». Святей же радоваше се душею и сияше лице его от неизглаголанието я радости, и не можаше ничто же ино глаголати точио сие рече: «Потерпи, чадо, понеже дух мой во мне трепещет от чудно го видение». И стояше мълча и удивляя ся. Помалим же, че се рече ученико своему: «Чадо, призови ми Исаака и Симона». И пришече ми ми споведа вся порядо, как увиде пречистую Богородицу с апостолой и что изрече ему. Сия же унислышаще радости и веселие изпълняху ся, и все вкупи отпеша молебен Богоматери. Святей же всю нощ ту пребъйст без сна, внимая умому милостивном посещение пречистия владижици. Служащо некогда преподобному божествену литургию, ученик его Симон, него же прежде поменухом, съвършен в житии, бе тогда еклесиарх. Той видя огън ходящ по жертвеннику и окружающ алтари, и Сергия служаща и стояше святей в огни от главы и до ног. Приспевши же времени причащения, взя ся огън той божественный и свивши ся аки плащаница в ниде во святую чашу, и тем причасти се достойни служители святей Сергии. Жив же преподобни лета доволна, велицим въздържание и трудех, и много и чудеса суделав, в старост глубоко прииде. Бяше Боже ему лет от рождения 78. Провидев же прежде 6 месеци в свое к Богу представление, призва братю и вручи старейшинство ученику своему именем Никону, и жащи млад белети, но уме го сединами цветяше, и во всем житии подражаше учителю и наставнику своему Сергию преподобному. Того обонико на Сергий игуменом поставив, сам безмолвствовати нача. Септември ежемесеца в недуг телесни впаде и разумев конечно е свое к Богу отшествие, призва и поучи братю доволно. Благословение же и прощение им подав, самый час изхода причистих тайн причастися и тако святую свою душу предаде в руце Божии. Беже лице его светло не яко мертва, но яко спяща человека, еже бе известним знаменем светлости его душевния, им с довоздаяние от Бога. И положено бе изчесно его тело в обители в ней же добре подвисася. По 30 жилетех обретена и бъйша, света его мощи целый и нетленный, и ниже одежда ме го прикусну си изтление, благоухание же неизреченно изхождаше, и много е изцеление болящим подаваху ся. И до нейни от чеснаго его ковчега, аки от източника изтекай от цельбъй,
сем с верою притекающим. Яко же бо в животе своем, тако и по представлении великий той чудотворец великая и неизчетная творит чудеса, во славу Христа Бога нашего, и може чест и благодарение во веки. Аминь. Жития преподобного сего отца нашего Сергия и многих чудес его особно обретается книга, печатанная в царствующем граде Москве, в ней же между иными чудесами света го обретается и сие. Яко по Флоренском человекоубийственном соборищи и даже множество благочестивых архиереев и иереев к латинскому заблуждению пристати невосхотевших различными муками от римлян погублено бысть, некий пресвитер от великорусейских стран, шедий на собороны с Уисидором митрополитом Киевским, отпадшим послежде от православия, беже име пресвитеру Симеон. Той многие скорби и муки в темницах и оковах за благочестие претерпел от митрополита Исидора отступника. Избъв же от ус, совеща се с тверским послом Томою и бежа от латинска го града к своей стране. Бъвши же в печали велици и недоумени на пути неудобно го ради прошествия и почити мало возлегши, воздремася, изрит старца честна, стояща над ним, емше го за десную руку и глаголюща. Благословил си ли е си от последовавшего стопам апостолским Марка Ефеского епископа? Он же отвеща: видех Господи чудна и крепка мужа и благослових си от него. Старец же рече: благословен той човек Богу, яко от суетнагото го латинска го соборища никто же одолее му ни имени, ни ласкани, ни прещение мук. Тъй обоучение и наказание еже от блаженна го Марка слышала си. Проповещ, а може пойдеше, всем православним и мущим предание святих апостол и заповеди святих отец седми соборов, имей разум истинна и да не прелестиция. А о прехождении пути не скорбите, аз бо неотступно я съм с вами и проведувай без печали. Тай множеше, да изрече честни той старец, въпроси го пресвитер: Господи, повещ ми, кто е си тъй? Мнюбо, яко от Бога послане си, извести отчаяних нас от чуждия земли сия. Отвещай в Лесия: аз я съм Сергий, его же иногда призивала си моля се в молитве твоей, и обещал си си прийти в обител мою. Поведението он воспренув пресвитер обрадова ся, и сказа спутникото ме еже види и слыша, и пойдоше веселящи се в путь свой. И вскоре Божиим покровением и молитвами заступника своего преподобного Сергия, здравой и безнаветно русийския страна и достигоша, помощ же и явление света го сказующи, слышанна и от него проповедаша и вся на Флоренстем соборище бъвшие возвестиша. Сие же с дево спомену се не безприлично настоящему времени, внеже благочестие святое е попремного от римляне стхулимо и гонимо, да видят восточния церкви чада, яко столб църковни преподобни отец наш Сергий и по представлении своем собор флоренский неправеден бъйти показа и неблаговоли в римстем суетно му веря прени. Вера бо наша по апостолу не в препретелних человеческие премудрости словесех, но в явлении духа и силой, и не в мудрости человечести, но в силе Божия есть. В той же день света го мученика Пафнутия египтянина и же в Диоклетианово царство многие за Христа подя муки. Наконец разпят бъв на Финице, суверши страдание. В той же ден памет преподобния Фрусини Суждалския, яжебед щер света го мученика Михаила, князя Черниговскаго, явлением и обещанием пречистие Богородице и родителям дарованная и в Велицей церкви Печерско и Крещенная. Във възраст же пришедши и Суждалскому князю мине изволением родители обручена бъвши, моли се со слезами пречистие Богородице да подаст соблюсти се девство и нетленно. И видя явлющую се и небесную царицу, повелевающую да послушает родители своих и идят в Суждаль, ничтоже сумнящи се. Не примесит се, рече обручник телеси твоему. Бъвши же и в пути, и ще Суждали не дошечей, обручник я представи се, а она обрече му настир девически положение ризи и пресвятая Богородица, постриже се в нем и добре подвиза се. Даде се же и свойше дар пророчествувати и недуги целити, и много чудодействуваше. Во време же нахождение нечестива го бата и обители свою от пленения Гаренска го соблюде цело молитвами своими.
Таже прейде ко Господу септември в 25-ти ден, в нем же прежде обета и своя Богу сотвори, постригающи се во ангелски образ. Конец жития преподобного отца нашего Сергия Радонежского чудотворца. This recording is in the public domain.